чем-то могу тебе помочь, пожалуйста. Ты видел раньше такое? Мне не доводилось. Поверь, здесь такого не случится. От кого он бежит? Нравится? Зачем он это делает? Делаешь так еще раз, позабудь. Великолепно. Я знал, что могу рассчитывать на тебя, Альтаир. Вот что мне удалось подслушать в разговорах стражников у мечети Скалы. Они говорили о человеке по имени Талал. У него много преданных последователей, которые с радостью отдадут свои жизни за господина. Если Талалу будет грозить опасность, они обязательно кинутся защищать его и дадут время уйти. Это все, что мне известно. Надеюсь, что помог тебе. Мой товар лучший! Что-то понравилось? Ты? Подходи! И посмотри, мой товар! Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного! Надеюсь, никто не пострадал. А? Я ни в чем не виноват. И что зачем ты это делаешь? Не верни его, пожалуйста. Анта таттабиу талика ддалал. Хочешь умереть? Будь по-твоему. Раздумай, что одолеешь меня. Неверный. أيها الكافر! سوف تموت هنا! Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Убийца разгуливает на свободе. Пусти меня! Умри, вор! Подходите, подходите! Ты меня раздражаешь! Умри, неверный! Даже смотреть противно. Меня. Весь город узнает о твоем подвиге. О нет, только не опять. Что это? Да, ну и времена настали. Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг нас. Смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными. Сильными, как Салах ад-Дин, и сражайтесь с врагом так, как можете. Ха!
Он сбил человека. Слепой, что ли? Если стражники ничего не делают, действовать должны мы. То, что ты предлагаешь, безумие. Это необходимо. Сколько еще человек должно пропасть, чтобы люди заметили? Нас это не касается. Пока. Но если это продолжится, может коснуться. И что ты предлагаешь? Я проследил за этим человеком. Узнал все, что нужно об его действиях. Все записано вот на этой карте. Он каждый день в одно и то же время осматривает пленников. Тогда я и нападу. Итак, у тебя есть клочок бумаги. Он не спасет тебя, когда тебя найдут. Не укроет от стрел и мечей. Если все получится, до такого не дойдет. И я готов пойти на такой риск. Пожелай мне удачи, друг. Удачи. Она нужна тебе. Что тебе от меня нужно? Назад! Слава Аллаху Аль-Дину! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации! Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления! Неверный король хочет... Он должен прекратить это ребячество. Он точно разобьется. Будь проклят христианский король и его армия неверных. Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдания и боль остаются там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель какая? Невежество, насилие, безумие. Для чего он это делает? Тебе нельзя здесь находиться. Точно кого-нибудь шибет. Наверное, опоздаем. Это не конь. Ничего не беру. Лентагроб! Эдгурая! Я отсеку тебе голову! Ты заплатишь за своих детей! Помогите мне! Чем я говорю, Мекистертон? Ох, ты неверный! Уволоин! Прекрати! Ты делаешь мне больно! Не дай ему уйти! Я! Неверный!
убил человека! Ты уже проиграл, даже если и не понимаешь этого! Еле-еле! Он только что убил человека! Сюда! Проиграл, даже если и не понимаешь этого! Примется вашего и духа! Тебе не победить! Он только что убил человека! Альбурая! Не может быть! Смерть неверному! Нет! Гнус неверный! Нет! Убийца расплывается. Как это произошло? А дочь перелет! Эльбур! Безумие! Остановите их! Эльбурая! Сикин önümden yoksa ederim! Açman fayda! Подумай, что одолеем. Эти парки добиться на мале азарда. Он только что убил человека. Грязный воришка! Увидишь тебя на руки! Как остановить это? Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Убийца! Я обязана это тебе свободой не знать. Я все видел! Стража! О, нет, только не опять. Да? О, что это было? Очень странный. Ты напугал как меня. Как можно быть таким? Оставь его! Руки! В сторону! هل يراه أي أحد؟ يا وليد Зачем он это делает? Хариун бихи алла юсаббиба айята матаад. Он точно рад. Почему он так спешит? Ты видел раньше такое? Нет. Мне не доводилось. Что он делает? Огонь во
войны пожирает землю, и тысячи полегли. Мира и покоя, Малик. Твое присутствие лишает меня и того, и другого. Что нужно? Аль-Муалим сказал. Сказал, что ты должен выполнить несколько заданий, чтобы искупить вину. Хорошо? Хорошо. Вот что я узнал. Талал торгует людьми, похищая иерусалимцев и продавая их в рабство. Его база на складе в башне к северу отсюда. Сейчас он готовит к отправке очередной караван. Я нанесу удар, когда он будет осматривать товар. Если я проскользну мимо стражи, Талал станет простой мишенью. Простой мишенью? Какой же ты самоуверенный! Ты закончил? Тебе достаточно того, что я узнал? Нет, но придется смириться. Отдохни перед заданием, подготовься. Можешь поплакать в уголке. В общем, делай, что хочешь, но только тихо. Перемотка на более поздний участок памяти. Ну что, Альтаир, пришел признать поражение? Я отдыхаю. Это место что, похоже на райские кущи? Никакого отдыха, пока не выполнил задание. Продолжай работу. Это ребячество. Нет. Что он делает? Будь проклят христианский король и его армия неверных. Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдания и боль остаются там, где проходят они. Они говорят, у них он точно кого-нибудь цель. Щит. Какая? Невежество? Знаешь, прости. Можно бы и поосторожнее. Пожалуйста, не делай так больше. Тебе здесь делать нечего. Уходи. Тебе не следует здесь находиться. Уходи. Тебе здесь делать нечего. Уходи. Тебе нельзя здесь находиться.
Слава Салахаддину! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации! Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления! Неверный король хочет перебить нас всех до единого! Мы должны защищаться! Он точно разобьется. И я вовсе не собираюсь ему помогать. Будьте бдительны! Ну что, работорговец? Не называй меня так. Я только помогал им, как помогли мне самому. Пленив их, ты не сделал ничего хорошего. Пленив? Я просто обеспечивал им безопасность, готовя к долгому путешествию. Путешествию? Они стали бы рабами. Ты ничего Помоги не знаешь. Мне. Спаси меня. Ошибкой было приводить тебя сюда. Я думал, ты увидишь и поймешь. Я понял достаточно. Покажись. Хочешь увидеть человека, который привел тебя сюда? Ты не привел меня. Я пришел по своей воле. Вот как. А кто открыл дверь? Расчистил путь? Тебе не пришлось обнажать клинок против моих стражников, верно? Верно. Я все сделал сам. Шагни в свет, и я окажу тебе последнюю услугу. Вот я стою перед тобой. Чего ты желаешь? Спускайся. Это будет честная битва. Ну почему все надо решать насилием? Похоже, я не могу помочь тебе, ведь ты сам не хочешь помочь себе. Я не позволю ставить под угрозу мою работу. Ты не оставляешь мне выбора. Ты должен умереть. Это научит тебя не вмешиваться. Ты жалок. Или не видят. Хватит копаться, прикончите его. Beni gözüm kapalı bile yener. Gel buraya. Kime boyun eğmek istiyorsun? Beni yenemeyeceksin. Seni gözüm kapalı bile yenemeyeceksin. Beni yenemeyeceksin. Тебе не сбежать! Кеме бойну имек истёртун? В
belki farkında değilsin ama Aliyaz'ı da kaybettin. Беги, пока можешь! Да что с вами сегодня? Садуни, я рычал! Садуни, я Аллах! Уберите его от меня! Неверный! Отпусти меня! Альфаути, убейте! Тебе не сбежать! Как глупо он сейчас! Тебе не уйти! Больше тебе некуда бежать. Расскажи, что ты задумал. Я выполнил свою задачу. Братство уже сильно, и моя смерть не остановит его работу. Что за братство? Аль-Муалим не единственный, у кого есть планы на Святую Землю. Это все, что ты от меня узнаешь. Тогда мы закончим. Боги давно оставили... Молись своим богам. Давно оставили тех мужчин и женщин, что я брал себе. О чем ты говоришь? Нищие, шлюхи, наркоманы, прокаженные. Хорошие из них выйдут рабы. Да им не выполнить самую простую работу. Я не продавал, а спасал их. А ты уничтожил нас, потому что тебе так приказали. Нет, ты наживался на войне. На поломанных жизнях. Да, ты так думаешь, закосневший в невежестве отгородил свое сознание от всего происходящего, да? Говорят, в этом вы мастера. Ты видишь в этом некую иронию? Нет. Пока нет. Ну, увидишь. Не дайте ему уйти! Скорее сюда! Дайте его, Альмур! لن تفلة مني سأنال من هل يراه أي أحد أحسنتم صنعا Друзья мои, ваши бои люди закончены. Посмотрите на мои товары. Все, что вы можете пожелать. Только сегодня. Тебе нужно. Скидки на все товары. Сюда, подходите. Пару монет. Да больше хочу. Всего лишь пару монет. Здесь все, что нужно. Ты напугал меня. Убейте его! Салах один. Скачет им навстречу. Дабы кто-нибудь убил его. Вот он. Куда он пошел? Куда это он так спешил? Почему он так торопится? Ты видел раньше такое? Мне не доводилось. Я его вижу! Я догоню тебя! Я нашел его! Отдать его! Ты от меня не уйдешь! Вот он! Алло, Аль-Джабер! Что у вас там? Не уйди! Хватит бегать! Тебе все равно не уйти! Кому ты не поздоровишься? Он нашел себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации! Знайте!
уйди! Ни шагу! Вот он! Схватите его! Схватите! Я его вижу! Остановитесь! Убейте! Уйдя! Не сможешь бегать! Быстрей! Быстрей! Оттуда выхода нет! Нему конец! Кабар! Я! Я тебя поймаю! Неверный! У тебя нет ни малейшего шанса! Тебе стороной, Аллах! Неверный! Не потеряйте его! Сюда! Скорее! Не дайте ему уйти! Я слышу твое дыхание! Я вижу его! Вон он! Давайте, бежать тебе некуда! Я хорошо знаю город! Я найду тебя! Я тебя поймаю! Ну и шайтан с тобой! Ты проклят Аллахом! От него не скроешься! Убейте его! Ты от меня не уйдешь! Он здесь, сюда, где-то рядом! Сюда, он здесь! Я нашел его! Вот он! Мы нигде не можем найти его! Альтаир, я рад видеть, что ты вернулся к нам. Как прошло задание? Дело сделано. Талал мертв. Да, я знаю, знаю. На самом деле весь город это знает. Ты забыл, что такое утонченность? Хороший ассасин заботится о том, чтобы его работе узнали многие. Нет, хороший ассасин держит все под контролем. Мы можем спорить о деталях сколько угодно, Малик. Но факт в том, что я выполнил задание Аль-Муалима. Что ж, иди. Ступай к старику. Посмотрим, чью сторону он примет. Мы с тобой на одной стороне, Малик. Перемотка на более поздний участок памяти. Христианский король и его армия неверных. Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдания и боль остаются там, где... Черт возьми! В чем еще дело? Странные показания термометра. Похоже, что анимус перегревается. Черт, ну почему всегда так? Сколько еще? Пока не знаю. Это неприемлемо, мисс Стилман. Я хочу получать отчет о работе каждый час. Дезмонд, это затянется надолго. Почему бы вам не прилечь? Отдохните немного.
Что за черт? Здесь кто-то был. Похоже на какой-то код доступа. Thank you.
Проснитесь и пойте, у нас впереди долгий день. Вы необычно жизнерадостны. Мисс Стилман внесла кое-какие изменения в анимус. Теперь вы сможете дольше оставаться в нем. И искать ваше сокровище? Это серьезно, мистер Майлз. Не думаю, что вы понимаете, какую серьезную работу делает Абстерго. Может, потому что я не знаю, чем вы занимаетесь? Мы меняем мир. Каждый день. Сотнями разных путей. Вы знаете, что почти всем открытиям последнего тысячелетия, медицинским, механическим или философским, мир обязан Абстерго или ее предшественникам? Смелое утверждение, док. Вы не преувеличиваете? Ни в коем случае. Конечно, мы не стремимся заявлять об этом. Это бы вызвало слишком много подозрений. Мы аккуратно выбираем посредников. Зачем? Разве не ясно? Чтобы управлять событиями. Но как? Чем вы лучше других? Настолько умнее, что изобретаете все подряд, а мы, жалкие смертные, не способны ни на что? Честно говоря, мы не изобретаем. Мы находим. Находите? Это дары, мистер Майлз. От тех, кто пришел раньше. Мы теряем время. Поговорим об этом позже. Доброе утро. Ага, привет. Освобожденные наблюдатели будут блокировать преследователей из... Подойди, Альтаир. Пока все идет хорошо. Трое из девяти мертвы. И за это тебя можно поблагодарить. Но не время почивать на лаврах. Твоя работа только начата. Я жду приказаний, повелитель. Король Ричард, вдохновленный победой в Акре, направляется на юг, в сторону Иерусалима. Салах ад-Дин, несомненно, знает об этом и собирает армию у разрушенной цитадели Арсуф. Вы хотите, чтобы я убил обоих? Закончил войну до того, как она начнется? Нет. Сделать так, значит, рассеять их армии и столкнуться с яростью 10 000 воинов, не знающих, что им делать. Нет, они встретятся еще не скоро. А пока армии в походе, они не сражаются. У тебя... Более срочная работа. Люди, которые правят, пока их нет. Назовите имена, я пролью их кровь. Запоминай. Абу Аль-Нуквот, самый богатый человек Дамаска. Машт ад-Дин, регент Иерусалима. Вильям Манферат, сеньор Акра. В чем их вина? Жадность, невежество, убийство невиновных. Послушай людей, живущих в их городах. Ты многое узнаешь о грехах правителей. Они препятствуют нашей цели – установлению мира. Тогда они умрут. Еще один из твоих предметов восстановлен. Забери его. И возвращайся после каждого убийства. Так мы сможем понять намерения врагов. Ты будь осторожней, Альтаир. Твои действия взбудоражили городскую стражу. Они будут более подозрительны, нежели раньше. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им?
Великолепно. Работа мастера. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Понимаю, у тебя много дел. Не стоит ему так бегать. Метательные ножи поражают врагов издалека. Найдете все. Здесь все, что нужно. Тебе сюда нельзя. Уходи. Для чего он это делает? Я к твоим услугам. Стой! Ты не пройдешь здесь! Тебе нигде не найти товар лучше, уверяю тебя! Назад! Ты умрешь здесь и сейчас! Умри, неверный! Тебе не сбежать! Вот с дороги! Где ты? Я знаю, ты где-то здесь! О, нет, только не опять. Ну так о, где же ты? Ужасно. Сюда! Убейте его! Тебе не уйти! Остановите его! Сейчас! Хватит бегать! Тебе все равно не уйти! Верный! Сейчас ты умрешь! Живо! Это невозможно! Этот человек убил! Он только что... Ты заплатишь за свои грехи! Я тебя поймаю! Не убивай меня! О, нет! Что случилось? Что это было? Что случилось?
Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Игроки, ты делаешь мне больно! Не подходи! Капали! Это пустая трата времени. Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Кто мог совершить такое? Что случилось? Она всемогущая. Что здесь произошло? Всего пару монеток. Пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Но ведь этому должна быть причина. Его нужно остановить, пока он не расшибся. Хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Умоляю вас, господин, всего пару монеток. Пожалуйста, господин, подайте. Мои родные больные пухнут с голоду. Подайте пару монеток. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет.